Всем привет! Сегодня расскажу, чем я занимался, что мы делали. Автомобиль Audi A6 C6. Замена, как это правильно сказать, полностью кожух или не кожух, стакан топливного фильтра. Вот так он выглядит, это уже снят из машины. Извините, не снимал полностью цехпроцесс, как бы не было времени. Расскажу вкратце, что мы сделали. Для того, чтобы... Вот он уже стоит. Новый, ну, бэушный. Для того, чтобы его снять, нам понадобилось для начала отсоединить вот этот паук проводов, вакуумы, шмакумы, в общем, снять впускной коллектор, так называемую черепаху. Вот она у нас вот так выглядит с впрыском. Ну и в принципе все, там откручиваешь три болта, еще один крепление и датчик давления масла. Ну и собираем в обратной последовательности.